Доброе утро, друзья! Надеюсь, вам понравился вчерашний выпуск. И как и обещали, мы проснулись в 6 утра специально, чтобы начать снимать. Ребята должны были уже проснуться и смонтировать видос. Давайте посмотрим, что у них получилось. Так, ложечка. Что, ребята, у вас все готово? Ложечку за хороший монтаж. Вот тут сейчас жир и пухнет, ты совсем... Подожди, это реально твой? Сколько он стоит? Около 300. Около 300? А ты будешь прыгать сейчас, да? Нет. Ты чё? А чё нет? Чё за жесть? Слушайте, вот здесь это Gucci Crew уже прям реально на дорогих тачках приезжает. Привет. О, малыш. Короче, всем привет, это новый влог из Краснодара. Здесь я, Арсений Любишкин и все, кто тут катается. Ты давно права дали? Да нет, вчера. Все просто. Что, а посмотрели уже вчерашний влог? Нет. Ты что, включай свой телефон, досмотри. Ты что, меня не уважаешь? Кто такой Костя Андрей? Кто? Вот ты вбей в гугле, лучше в ютубе. У тебя вбить. Ладно, поехали кататься. Сегодня будет how-to bar spin из тебя. Я? Да. Я могу вам показать майку. Этот парень мне подарил в 2016 году в Москве. Йоу! Это я был. Снял ее с себя и поехал в куртке домой без майки. Бымхаш. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку грека. Ладно, мы снова в офисе, и в этот раз у нас есть янгстеры. Пау. Сегодня они будут зачитывать, затанцовывать, закрывать этот парк в очередной раз. Опа! И первое how to будет how to chicken bar. У нас есть прекрасный учитель. Арсений, давай, ну вставай, ну поднимись, давай в кадр. Самое смешное, что этот трюк я не умею, никогда в жизни его не делал. Ну, может быть, как-то там косвенно, но вот прям, чтобы круто, никогда не получалось. А Сеня делает его идеально, и он меня сегодня научит, так что будем учиться вместе с вами. Интересно? Погнали. Первое, что нужно для chicken bar spin, это высокое седло. Что нужно делать? Для начала ты просто должен поделать вот так. Смотря в какую сторону. Если у тебя левая нога впереди, то круешь сюда. Если правая, то сюда. И чтобы стильным быть, надо делать оппозитный. А ты прям это, учитель или помощник Сеньки? А, я помощник, да. Помощник, наставник. Хорошо, то есть к твоим словам можно серьезно не относиться? Ну, я не думаю. Короче, чтобы делать стильный chicken bar, надо делать его в оппозит. Через верхнюю руку, делать вот так. Обязательно. Вот пример. Ладно, пока я пойду и подниму... седло на своем велосипеде, давайте сделаем небольшую перебивочку. Вы сможете сделать несколько крутых линий и закончить их чикенбаром? Ну, чтобы все поняли серьезность этого трюка. Да. Давайте, конечно. Погнали. Помню, типа мы с трейдером, мы приехали первый раз в скейт-парк, такие... Ну да, ну понял. That's like venom. I'm an MC, you're a rapper. I'm as real as they come. Well, half the guys who idolize are just actors. Run from commitment, I remain loyal. You call women bitches, I call them queens 'cause they're human.
off, heart remains hidden. Yo, we'll touch the subject's nerves, I stay hidden. But I ain't better than you, I just think different. Is the glass half full or half empty? It's based on your perspective, quite simply. We're the same and we're not, know what I'm saying? Listen, son, I ain't better than you, I just think different. Is the glass half full or half empty? It's based on your perspective, quite simply. We're the same and we're not, know what I'm saying? Listen, son, I ain't better than you, I just think different. My fam run things while you run your jewelry. Yo, my people pop lock, you tough guys pop too. You drop gems, I drop gems, they're rise pop. Во-первых, вам надо определиться со стойкой. У меня стоит левая нога впереди. Стоите так. Закидываете барспин. И вот этой рукой перехватываете его здесь. Свой барспин от оппозитора отличается тем, то, что свой барспин делать через нижнюю руку, то, что она внизу находится. Вот. Вот она вот здесь. А оппозитный барспин вы делаете через верх. Вот у вас движение, вот оно. Через верхнюю руку. Теперь только нужна практика и все. Так ты подними переднее колесо. Дурак ты старый, блин. Солидно. Четверку ставлю. Семнадцатые диски. Вот сыны, 18-е. Изи. У тебя ноги короткие, я об этом и говорил. Кстати, небольшое отступление. Вот я сейчас взял велосипед и вспомнил. Очень смешное инста-видео, смотрите. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no wedding ring. Так, все, пора. Пробовать интегрировать чикенбар куда-либо. Какую-нибудь крутую линию. Погнали! Во флэр! Во флэр! А? В себя поверил! Рано! Ну... Флэр добрал, чикенбар не добрал. Привет, да, меня зовут Костя Андреев, я не умею чикенбар. Давайте, кидайте, ставьте свои дизлайки, да. Если он не добирает флэр и чикенбар сразу, то он должен нам всем мороженое. Всем это кому? Мне, Пашку, Саньку и тебе. Чувак, у тебя два мороженого. Не, не считается. Всем по мороженому, всем по в смысле, с первого раза был уговор. Все, все. Какого первого раза? Я не слышал. Я сказала, спинись. Давай теперь мотаем. Если он не добирает флэр и чикенбар сразу, то он должен нам всем мороженое. Всем мороженое. Прямо сейчас, до ближайших 10 минут. Нет. Все, он нам должен мороженое, мне большого папу. Да, все, все. Ну он добрал, но не с первого раза, так что он нам должен мороженое. А я уже чувствую вкус пломбира, как бы. Самого лучшего, честно выигранного. Ага. Я надеюсь, вы услышали всю информацию, которая вам нужна, чтобы научиться чикенбар. Возможно, если вы даже чего-то не поняли, вы можете повторить это видео. Я признателен ребятам за помощь. Они вообще красавцы, все сделали. Надеюсь, вам понравился выпуск. И если он действительно понравился и соберет 5000 лайков, то уже завтра выйдет How to Bunny Hop или How to Bar Spin. Пишите в комментариях, что вы хотите увидеть. Всем спасибо за просмотр. Пока. Всем пока!